Джак, привет. Вот сейчас артисты, когда делают какой-то большой концерт, они обращают внимание не только на песни, но и на элементы самого шоу. Расскажи, какое шоу ты представляешь сегодня и насколько важно для тебя вот внедрение этих шоу-элементов? На самом деле, громко говорить шоу-элементы какие-то, я даже не хочу сейчас какие-то громкие фразы делать. Я бы сказал так, что вы сами все увидите и сами это оцените. Потому что вот ты не можешь себя оценить, правильно? Потому что ты даже своего носа не видишь. Поэтому я не могу судить свое шоу. Я могу сказать, что мы проделали много труда и много усилий приложили, там что-то креативили где-то. И надеемся, что люди это заценят. Вот и все. Находясь в постоянном, так скажем, движении по стране, по странам, встречаются разные площадки, там ДК маленькие и большие арены. ДК — это вообще шикарные площадки. Где приятнее выступать вот именно тебе, на больших аренах или на маленьких? Мне приятнее везде выступать, потому что, представь, ты приходишь на концерт, и к тебе приходят люди, которые тратят на тебя свое время, свои деньги, свою энергию, понимаешь? И по-любому тебе приятно, когда человек приходит и отдает тебе свою любовь, и ты ему взаимно отдаешь любовь, и создается импульс. Знаешь, энергетический какой-то невероятная энергетическая буря. Поэтому приятно выступать везде. Просто каждый где-то в ДК прикольно, допустим, там то, что на лирических песнях ты можешь сказать, что уважаемые дамы и господа, присаживаемся там, или какой-нибудь красивый такой советский ДК, и ты выходишь и думаешь, ой, я чувствую себя каким-то Наполеоном, понимаешь? А есть там клубные площадки, где там другая совсем атмосфера. Поэтому везде круто выступать. Везде круто выступать, главное, чтобы там были твои люди. 70, да, точно, кстати. Современные статистики для тебя — это много или мало? И есть куда расти? Я не знаю, много или мало. Я просто немножко не сильно вдаюсь сейчас в вопросы статистик. И сколько в среднем там у артистов просмотров? Давайте спросим, 70 миллионов просмотров — это нормальная цифра? Да. Вот, поэтому я не отвечу на этот вопрос. Вот, ну, наверное, так. Но мы старались, знаешь, сколько мы вкладывали труда, наверное, поэтому так оно и аукается нам.